Ну вот, ребята, собственно, коридор, в котором нету никакого медперсонала. Вот дверь на наш этаж. Сейчас мы ее потрогаем. Мы тут закрыты. То есть отделение без медиков абсолютно. Вот пост. Никого нет. На нажатие тревожной кнопки никто не выходит. Хоть зазвонись. Вот такая вот история здесь происходит. То есть, если кому-то, не дай бог, станет плохо, никто не дозвонится. Вот, пожалуйста. Ни до кого и никто не допросится. Вот такая здесь медицина. Всем привет. Меня зовут Елена Титова. Я фельдшер скорой медицинской помощи. В данный момент я нахожусь в госпитале ветеранов номер 2 по адресу Лесное шоссе 9. Это обсервация. Здесь находятся люди с легкой формой ковида, либо просто с положительными анализами на ковид. У меня в данном случае второй вариант. Никаких проявлений у меня нет, нет температуры, как и не было. Я перенесла все в легкой форме давным-давно. И попала сюда только из-за положительного мазка. Вот чем хотела поделиться. Если у вас нет никаких хронических заболеваний, вам повезло. Если у вас присутствуют какие-то заболевания, то получить здесь медицинскую помощь в принципе нереально.